Заходим, братья и сестры, заходим, здравствуйте все. Любовь Николаевна, Любовь Николаевна. Не тяните, не тяните. Это ваше? То вытяните. Это такие маленькие люди садятся. Никита, не наступи. Володя, потеряешь? Да. Я ж говорю, что кстати, палочек куда? Сейчас прямой связь, вот мы собрали, сегодня будет решаться там вопрос. Потому что сегодня отсюда что-то прямой передачи, что надо Христос отвезти, он говорит. Это как сделать? Ну как-то сделаем, видите, рядом на помощь. Сереж, ты уже... Залагит, кто желает. Пойдите дальше, чтобы там не мешать. Там люди будут работать. Время поджимает. Вы дальше отойдите оттуда. Там два человека еще ложись. Выходить буду. Крестное знамение так хорошо делает. Вообще. Лучше даже, чем митрополит с патриархом. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, несущему гробе живот давал. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, несущему гробе живот давал. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, Иисущему гробе живот даровал. Господи, молим Тебя имя Господа нашего Иисуса Христа Спасителя. Прибудь с нами, благослови наше собрание, да мы всегда пребывали в истине Твоей, не уклонялись ни влево, ни вправо, но следовали строго по окровавленным Твоим стопам. И научи нас, Господи, жить в мире со всеми ближними, трудиться во славу Твою, всегда благовествуя. И научи нас благовествовать так, чтобы не знавшие Тебя познали Твое имя святое. И пришли на путь истины, на путь покаяния. Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Христос воскрес! Воистину воскрес! По традиции, толкование святых отцов на сегодняшнее евангельское чтение. Брат Сергей. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 19 по 23 стихи. В тот же первый день недели
вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Толкование. Когда Мария возвестила об этом ученикам, естественно было, что они или не поверили ей, или поверившие пожалели, что не удостоились видеть его сами. Посему он, Господь, в тот же день является к ним, так как они, с одной стороны, услышав от жены, что он воскрес, жаждали видеть его сами, а с другой боялись иудеев и оттого еще более желали увидеть это единственное для них утешение. Является вечером для того, чтобы имели время собраться все вместе. Является, когда двери были заперты, для того, чтобы показать, что он и воскрес также тогда, когда, как на гробе, лежал камень. Иной подивится, как они не сочли его за призрак. Но прежде всего жена, предварившая их, произвела в них сильную веру. Потом он явился им в кротком виде и самым голосом успокоил волновавшиеся мысли их, сказав: «Мир вам», то есть «не смущайтесь». Этим он напоминает им то слово, которое сказал им пред страданием: «Мир мой даю вам». Евангелие от Иоанна 14:27. Обрадовались ученики, увидя Господа, и об этом он также предсказывал им пред страданием: «Увижусь с вами, и возрадуется сердце ваше». От Иоанна 16:22. Так как они имели непримиримую брань с иудеями, то опять же говорит им: «Мир». Как женам сказал: «Радуйтесь» Матфея 28:29, потому что пол их был в печали, так ученикам дает мир по причине брани, которую имели с ними и будут иметь все. Итак, прилично женам радоваться, потому что они осуждены рожать в печали, а мужчинам быть мирными по причине брани за дело проповеди. Показывает вместе и благие следствия креста. Это мир. А как крестом приобретен мир, то я посылаю вас на проповедь. В утешение же им и ободрение говорит: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Вы примите на себя мое дело, посему бодрствуйте, ибо я буду с вами». Примечай самовластие. Не сказал: «Я умолю Отца Моего, и Он пошлет вас», но «Я посылаю вас». Дует и дает им Святого Духа. Теперь Он уделяет им несовершенный дар Святого Духа, ибо таковой Он даст им в Пятидесятницу, но делает их способными к принятию Духа. Ибо слова «примите Духа Святого» то же, что «будьте готовы принять Духа». Можно сказать и то, что Он дал им некоторую власть и духовную благодать только. Не воскрешать мертвых и творить силы, но прощать грехи. Посему и прибавил: «Кому простите грехи, тому простятся», показывая, что он дал этот именно вид духовных дарований – прощение грехов.
По вознесении же его сам Дух не шел и преизобильно подал им силы творить чудеса и всякое иное дарование. Стоит узнать, для чего он является ученикам не в Галилее, а в Иерусалиме. Ибо Матфей 26:32 и Марк 14:28 говорят, что он обещал увидеться с ними в Галилее. Как же он является в Иерусалиме? Некоторые отвечают, что ж такое? Он ведь не сказал, что я увижусь с вами только в Галилее, а в Иерусалиме не увижусь. Значит, это богатство любви, а не повод к нареканию во лжи. Потом можно сказать то, что ведь он обещал явиться в Галилее всем ученикам, а в Иерусалиме явился только предлежащим к 12. Итак, нет здесь никакого разногласия, ибо в Галилее он явился всем, а в Иерусалиме 12. И как явлений было много, то одни евангелисты описали одни явления, а другие другие. Иногда и два евангелиста сообщают об одном и том же, но что у одного сказано сокращенно, то восполняет другой. Примечай, пожалуй, достоинство священников. Оно божественно, ибо отпускать грехи – дело Божие. Таким образом, их должно почитать как Бога. Хотя бы они были недостойны, что от этого? Они служители божественных дарований, и благодать действует через них, как проглаголала некогда через ослицу Валаама. Числа 22, 28, 30. Итак, недостоинство наше не препятствует благодати. И как через священников подается благодать, то должно их почитать. Евангелие Таана 24, 29. Фома же, один из 12, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженные невидевшие и уверовавшие». Толкование. Фома не был с учениками, вероятно, он еще не возвратился к ним из бывшего рассеяния. Что значит замечание «называемый близнец»? Это значение имени Фома, ибо как Кифа значит камень, так и Фома значит близнец. Евангелист упоминает о таком значении имени Фомы, кстати, чтобы показать нам, что он был какой-то недоверчивый и имел такой нрав от самого рождения, как показывает самое имя. Когда прочие ученики сказали о Господе, Фома не верил не потому, что считал их лжецами, но потому, что дело воскресения считал невозможным. Почему и обвиняется в неумеренном любопытстве? Ибо как скоро верить легкомысленно, так сильно упорствовать дико и грубо. Смотри, он не сказал: «Я не верю глазам», но присовокупил: «Если не вложу руки моей». Но откуда он знал, что была рана в боку? Слышал это от учеников. Для чего Господь является ему не тотчас, но спустя 8 дней? Для того, чтобы он, внимая наставлению соучеников и слыша одно и то же, воспламенился большим желанием и сделался тверже верующим на будущее время.
Господь, желая показать, что Он был с ними, и тогда, когда Фома высказывал перед соучениками слова своего неверия, не ожидает, пока услышит от него что-нибудь подобное, но сам вперед исполняет то, чего желал Фома, и употребляет его собственные слова. И смотри, сначала он говорит с упреком: «Подай руку твою», но потом вразумляет: «Не будь неверующим, но верующим». Отсюда ясно, что сомнение происходило от неверия, и посему напрасно некоторые в защиту Фомы говорят, что он не скоро поверил по своей основательности. Ибо вот Господь называет его неверным. Смотри, как тот, кто сначала не верил, от прикосновения к ребру сделался отличным богословом. Ибо он проповедовал два естества и одно лицо в едином Христе, сказав: «Господь исповедал человеческое естество, ибо Господь употребляется и об людях». Например, «Господи, если ты вынес его», «Господин, если ты вынес его», Евангелие от Иоанна 20:15. «А сказав: Бог мой, исповедал божеское существо, и таким образом исповедал одного и того же Господом и Богом». Господь, показывая нам, что вера состоит в том, чтобы принимать невидимое, говорит: «Блаженны невидевшие и уверовавшие». Здесь он намекает на учеников, которые не касались ни раны от гвоздей, ни ребра, однако уверовали, и не на одних только их, но и на тех, которые уверуют впоследствии. Сказал это не с тем, чтобы лишить Фому блаженства, но чтобы утешить невидевших. Ибо многие говорят: «Блаженны очи, видевшие Господа». Он утешает таковых, говоря, что более блаженство в том, чтобы не видеть и веровать. Каким образом тело нетленное оказалось имеющим раны и было осязаемое рукою человеческую? Все это было делом снисхождения. Ибо тело, вошедшее через запертые двери, и потому тонкое и легкое, было свободно от всякой грубости. А чтобы уверить в воскресении, Господь показывает его таким, и для того воскрес, имея знаки креста и раны. Также он и ел не по нужде для тела, но для удостоверения в воскресении. Посему, как прежде распятия, ходя по волнам, Марка 6:48, он имел тело не иной природы, как и ныне показывает оное осязаемым и имеющим раны. Однако же, когда оно осязаемо и видимо, но нетленно, ибо это показывается для удостоверения, а не по необходимости и закону тела. Ибо все вкушаемое входит в чрево и изменяется. Матфея 15:17. Чего у Христа после воскресения не было. Но вкушаемое, принимаемое только для удостоверения в воскресении, было потребляемо некоторой невидимой и божественной силой. Заметьте то, как для одного человека, Фомы, Господь не отказался снизойти и показать ребро, чтобы спасти одну душу неверующую, так и мы не должны презирать ни одного, ни самого малого. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 30-31 стихи. Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий,
и, веруя, имели жизнь во имя Его. Толкование. Ибо евангелист прибавляет, сотворил пред учениками своими. Чудеса же до страданий Господь творил не пред учениками, а пред всеми. Посему евангелист говорит только теперь о тех чудесах, которые совершены Господом по воскресению. Ибо, обращаясь с одними только учениками в течение 40 дней, он представлял доказательство воскресения. Как до страдания он творил чудеса в подтверждение, что он Сын Божий, так по воскресении он совершал чудеса пред учениками в подтверждение, что он Сын Человеческий. То есть носит тело, хотя и нетленное, и боговиднейшее, и уже не подлежащее законам плотским. Итак, из многих чудес, совершенных по воскресении, записаны одни только эти. И то не из хвастовства или для приложения славы единородному, но говорит для того, дабы вы уверовали. И какая польза и к кому относится? Не ко Христу. Ибо какая польза Ему от нашей веры? Но Он, но нам самим служит. Ибо веруя, что Он воскрес и жив, мы приготавливаем сами себе жизнь. Ибо Он воскрес и жив для нас. А кто думает, что он мертв, а не воскрес и не жив, тот сам себе присуждает и утверждает смерть и погибель. Спасибо, Христос. Аминь. Мы должны поблагодарить батюшку за то, что он такую инициативу вел, и мы теперь слышим толкование святых отцов на чтение евангельские каждое воскресенье. О болящих, братья и сестры, вот не вижу сегодня Татьяну Новикову. Я звонил ей, ей нужна помощь врачебная, и наша помощь нужна. У нее очень трудное положение со своими родственниками. Там они живут рядом и приносят ей большие, большие огорчения, большие смущения, искушения. Поэтому от этого у нее еще и больше болезни-то. Уже от самой болячки этой осталось там совсем, практически ее уже нет. Она получила практически последний курс химиотерапии, который уже получила достаточно давно, и теперь только духовное вот состояние ее требует помощи. Так что вы посетите сестры ее, вы бы все-таки ближе по... Ну, не знаю я, как-то найти, надо найти подход и помочь ей, помолиться вместе с ней. Помолиться вместе с ней. Сходите, сестры. Пожалуйста, я вас просто умоляю, помогите ей. Потому что одной с этим не справится. Хотя она говорит, я с Богом, я со Христом, я молюсь, я со всеми дьяволами там побеждаю их, сражаюсь с ними. Но, тем не менее, одна есть одна. Хотя она говорит, что она с Богом, понятно, что с Богом. Но когда придут сестры и помолятся вместе с ней, не возбраняется, естественно, и братьям прийти. Так что давайте... Ходите, найдите подход, как-то, даже если она не очень желает этого, ну, попробуйте. Во всяком случае, попробуйте, помолитесь прежде, а потом принимайте это действие. И Господь все устроит. Маргариты нету, не вижу. Ну, видимо... Татьяна Александровна, да. Здесь? Есть в этом здесь Татьяна Александровна. Игорь заболел у нас. Да, Игорь Тевтяков болеет, да. Простыл. ОРЗ очередное. Ребятишки, ну, вроде бы уже поправляются, как бы. Ребятишки тоже хворают. Вот. Антонина Севастьяны нету. Очень давно не была. Она сломала ногу. Антонина Севастьяна. Сломала ногу. Антонина Севастьяна. Подключила его, нет? Камера будет. Ты снимай камеру, это все. Это не относится никак. Ну и ты тоже, ноутбук-то поверни сюда. Не хочет. А что такое?
Чего? Они все равно не говорят. Мне трудно добираться. Я не знаю. Мы думаете, это просто. Мы так и не попали. Все хорошо. Но говорит, ко мне ходить не надо. Давайте по одному говорить. Что, устроили базар? Ну, она просто не хочет обременять, видимо. Так-то, почему не надо? Да, надо. Дочь-то, молиться. И Таня, вот это вроде бы и не очень, а когда пришли, обрадовалась. Ну, понятное дело. Так что это так. Все. Игорь, слава Богу, у нас выздоровели. Да, аллилуйя, брат с нами. Надежда Васильевна, еще помолитесь, у меня сегодня тоже. На кого? Надежда Васильевна. Она сидит, крепится, но... Я хотел поблагодарить всех, ну, Господа Бога. Да, ну так как Господь сделал, с самого начала пошло это, еще прощенное воскресенье началось, 20 февраля я лег в больницу. Ну и открылись ворота полностью. Я всегда знал, если только в больницу попаду, ну как пророчество такое внутреннее было, значит что-то у меня там пойдет дальше. Ну вот и пошло. Что-то с колени перекинулось на внутренние органы, непонятно там ничего. В конечном итоге нашли такую болячку непонятную. И в желудке, через желудок сделали операцию. Ну вашими святыми молитвами все как бы разрешилось пока. Ну, Виктор Андреевич дальше помогает, там обследования всякие мне назначили, потому что они впервые столкнулись в этой больнице с такой болячкой, как у меня. Да. Так вот, один из желчных каналов, такой самый тоненький там, который называется дополнительный канал желчный, он это взял и пересох. Ну, говорят, может быть, от того, что вы постились неправильно. А может еще от чего-то. Не сейчас, поливал его. Сейчас смотрите. Воду не пил. Ну, я, да, постарался. Там меня запугали, сказали, что если вес срочно не сбросить, то вообще ходить не буду. Но вот я решил, думаю, Господь как раз помогает. Тут заодно уже и Великий пост начался. Ну, перестарался. Ни у кого благословения не спрашивал. Ну, пострадал от этого, могу так сказать. Если бы батюшке сказал я, что не буду неделю есть, он бы сказал, ты что, полоумил, что ли? Ясно, что он бы не согласился. Ну, своими силами, в общем, пошел. Могу так сказать, что не надо силиться, да, можно надорваться. Ну, дальше там уже раскаялся я. Ну, перед этим еще помолился, чтобы Господь помог мне, потому что, ну, самому сложно справиться уже. Сами понимаете, и возраст уже, и... Должна быть какая-то цель. Ну, Господь дал цель, все остальное прочее. Вот так. И три раза попал подряд в больницу. Там меня уже знают все. И хирурги, свой человек. Свой человек. Постоянный клиент. Уже это, попадаю я опять на очередной раз глотать этот телевизор. А там бородатый, как это, эндоскопист. Самый лучший у них, он на первом месте прям висит. Запоминал фамилию, забыл. Такая странная. И он это говорит, ну что, в этот раз что съел-то? Я говорю, ну в этот раз банан один съел. Ну это, говорит, легче уже будет. Опять засунули телевизор, посмотрели, ничего не увидели, высунули, желчь там, все это, туда-сюда. Ну, в общем, вообще, конечно, интересно довольно. В больнице, но не дай бог попадать кому-то туда. Потому что насмотришься на чужие беды, и до такой степени, там хоть постоянно лежи и молись, и беседуй там со всеми. А люди до такой степени не принимают законов Божьих. Законов Божьих вообще не принимают. Вот еще как, немножко о Боге что-то там поговорить, ну, чуть-чуть, до тех пор, пока какая-то антагонизм не настанет. Ну, во-первых, Бог это же всемилостивое такое существо, оно только милует. Бог никогда не наказывает, он любовь. Ну, да, такая сплошная любвизм Бог. Все. Только начинаешь говорить, что да, когда Бог-то он же попускает человеку умирать. Как так? Да ты что? Ты с ума сошел? Ты кто такой? Ты что, сектант? Начинается с людьми разговаривать просто. До такой степени вот тут о священниках столько много хорошего сказано. Ну я это понимаю, это в общем. А теперь представим такую картину вот по этому толкованию. И даже через недостойных священников. И священник такой какой-то сидит, знает, что он недостоин. И такой перекрестился, ну как они обычно. И думает, вот хорошо-то, а? Вот молодец толкователь-то, блаженный Феофилакт. Я-то со всех сторон недостоин. И все, а через меня-то все благодать идет. И ему ничего делать не надо. И меняться не надо, ничего не надо. Как так это вообще?
Почему дальше-то в толковании не сказано? Но, дорогие, ну, как Златоуст говорит, я без вас вообще ничего не смогу сделать. Как? Я вот вам сейчас рассказываю, а вы идите дальше, несите, другим рассказывайте. Ну и так же и здесь должно быть. Ну, недостойный священник. Так вы, люди, видите, что недостойный. Вы помогите ему. Вот заболел я, тут Виктор Андреевич. Братья, сестры ходят, все молятся. Помощь идет, ну, это больной человек. А если священник недостойный, мы что, будем сидеть теперь по блаженному Феофилакту, так получается. Ну, это не до конца просто толкование. И будем, ну, недостойный священник. Ну что же, Феофилакт сказал недостойный. Потом второй недостойный, третий. Вся церковь недостойные священники приблизительно. И что мы теперь, будем сидеть просто так и смотреть на все это, что ли? Да, конечно, это не полное толкование. Это говорится в общем, что священство мы должны уважать. Это само собой. Вот у нас и надписи есть, как раз о служителях Господних. Понятное дело, но если он недостоин, вы уж, как говорится, восстаньте против злата, как говорит апостол Павел, но и обличайте, написано еще. Молитесь. Ну, так я уже перешел не туда немножко. Да, благодарю. Вот сестра вот сидит, она мне прям помогла. В нужное время бутылку воды подала, вот стакан холодной воды, очень много решает. Я двое суток не пил, это только в больнице. Еще до этого там не пил, дома же. И это, разрешили мне пить. И пить разрешили, ну, наверное, где-то около 12 часов. Я там все просил у них, да дайте хоть глоток воды-то я сделаю. Ночи, нет, ночи, и все. Конечно, это ночи. Нет. Это ночь, ну да, 12 ночи. Там это, ну, постоянно ко мне ходили. Ко мне 11 человек врачей приходило, представляете? Они понять не могли, что. И два раза проколы, говорит, будем делать. Потом, нет, операцию будем делать. А потом подошел один и говорит, о, бородатый, да я тебя же видел, ты же, подожди, ты же на первой хирургии лежал, ты что тут делаешь? Я говорю, не, уже все по-другому, я уже не от того, что что-то съел. Я говорю, тут что-то другое у меня вообще. Он, так, а что у него там? Ну, там ему это, начинает объяснять врач-то, которая лечащая. А он, это, старший, видать, хирург, я так понимаю, ну, заведующий какой-то. Он такой внимательно выслушал, не, это ему ничего не даст. Это не надо ему ничего. Давайте потом, короче, раз уж уйдет, другого пришлют врача, а тот меня расспрашивает, все, ему рассказывают. 11 человек ходят, и 5 дней мне никаких диагнозов не ставят, ничего я не ем, двое суток не пил, и вот тут дали воды попить. Я что-то не сдержался, у меня 1,5 литра стояло, я сразу выпил прямо, чуть ли не за час. Но так сильно хотелось пить, ага. И, видать, это до такой степени подействовало на организм. Я вообще ослабел напрочь. В туалет надо идти, я не могу с кровати сползти. И вот так на карачке упаду, и потихоньку до двери поднимусь. И вот, а там до туалета 70 метров, я посчитал. Как специально сделали. А Надюша ночью пришла, принесла мне еще воды. Я с Мариной созвонился, она ей позвонила, и она хорошо работала, принесла мне еще бутылку воды. Я еще добавил, и опять в туалет мне что-то. И, короче, на третий раз уже туда заходить. Сергей тоже послушать хочет вас, что вы расскажете. На третий раз уже идти в этот туалет, я думаю, да как же я дойду-то? Нету ни сил, ничего. И странно, вот Господь дает силу в движении. Сережа, на меня направь, вот, сейчас Сергей поприветствует. Начинаю сюда идти, направь, и начинает какая-то энергия прибавляться, что-то прибавляться. И уже, да. И, в общем, и потом еще на четвертый раз уже, и я прям такой бодрячок уже, все. А то какая-то отдышка, все, вот, ну, видать, вот все-таки, когда не хватает организму жизненных сил, ну и энергии вот этой. А еще иногда забываем молиться, когда больно очень, и я вспоминаешь только, когда уже, ну, какая-то безысходность, я вдруг, а чего я не молюсь-то, как так? Ну, как бы о Господе думаешь, а вот именно молитвы этого нету. То ли как-то вот уходит, и раз так подхватываешь себя и начинаешь молиться, ну, Господа просить, не то, что там здоровье, а чтобы, ну, Господь разрешил как-то все это, ну, и, ну, как бы я христианином, если уйду, так как-то по-христиански, а то не без Бога, не... Ничего, да как же так? Ну и, ну так бывает, силы покидают. Ну, кто этого не осознал еще, молодой может еще. Или, да благослови тебя Господь, поможет тебе вот восстановиться до конца. Виктор Андреевич прям до конца вел до самого конца. Прости, Христос, еще брат. Идет. Прости, Христос. Братья и сестры, Господи. Он собой являет пример того, что во всем нужно показать на рассудительность.
и поститься, и пить, и есть все по благословению Господню и с рассудительностью. Аминь. Поприветствуем брата нашего, которого мы всегда считали членом нашей общины. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Меня слышно? Да, слышно. Не слышу. Слышно, слышно. Слышно, слышно. Ну, что я посмотреть только. Вроде как считаюсь номинальным членом общины, а уж братья и сестры некоторые не видели меня, вот показаться решил. Слава Христу, аллилуйя. Молодец. Мы рады тебя видеть. Детишек позови, покажи ребятишек. Пригласи их сюда. Сейчас наши маленькие члены общины. Да, вот, ты пригласи, она сейчас... Коля сразу пришла. Вот она, Полинка. Вот Полинка. Я послушаю, Сережа. Дядя. Ну, что и дети-то? Ну, проходите, проходите. Вот. Скажите Христу. Помните, мы говорили о брате нашем? Сергей. Сергей из Воронежа. Вот, из Воронежа. Помашите ему ручкой. Поприветствуйте брата Сергея, который находится в Воронеже. Пока не скажешь, что... Да, вот он теперь с нами сегодня. Не только заочно, но и вот почти очно. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Разом скажи. Три раза. Христос воскрес! Варвару покажите ему. А Варвара, наверное, спать пошла. Варвара спит. Ну все же, давайте. Так. Брата Веню, позовите сюда. Веню. Вениамин. Веня сегодня день рождения. У Вениамина сегодня день рождения. 18 лет. Вот. Я от себя хочу сказать, что я замечаю, что он становится... разумнее, набирается в силу мужа. Мудрости. Мудрости набирается. Жизнь. Помолимся о нем, чтобы Господь его укрепил на пути спасения, дал ему истинную веру православную, основанную на Святом Писании. Многое лето, 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 многое лето. Слава Христу! Возрастай! Слушаем сестру Александру. Проходите, садитесь громче. Громче. Любовь Петровна передает всем привет. Она болеет, сестра ее болеет, они как бы сокрушаются, она сама, ну, мы с ней поговорили, и она просит наших молитв. У них есть сад, участок на горе. Но они уже не в состоянии туда ходить, не Ольга, но Ольга сама это по себе. Она хочет молиться, чтобы Господь Бог послал добрых людей, чтобы купили этот участок. Бог избавил от сада. Да, чтобы избавил Господь. Избавил, да. Зачем он? Чтобы голова не болела, да, чтобы она туда ехала. Да, да, силы нет. Коротко. Тоже, братья и сестры, попрошу молитву, мы выставили свой участок в Бельмесево продать, потому что у нас дом рушится, он шлаколитой, еще даже без фундамента, без всего. Надо продать участок, который вот нам дали за третьего ребенка, потому что там мы измучились с этой землей, добираться очень далеко нам, машина ломается сейчас. Помолитесь, чтобы продать, чтобы нам дом поднять. А там кто-то продает? Ну, да. Просто земля. Участок без дома, но место хорошее, солнечное, 10,5 суток. Нарезали. Покажу. Ну, все о своих печалях и бедах, я тоже о своей печали, которая постоянно... Нет, сын опять сегодня здесь с нами, поэтому молитесь о нем, чтобы Господь его вразумил, наставил, чтобы не ушел он в мир, и чтобы слышанное за столько лет
проросло в его душе. Да. Я чуть-чуть скажу, Лерочки сегодня нету, так получилось, что к той болячке еще добавилась еще одна, ее собака на нее напала, она вышла во двор погулять, но с кошечкой, и на кошку выскочила породистая, умная собака, но на кошек вот так среагировала. Та начала бороться за свою кошку, кошка потеряла все ногти. Когти, а Леру и кошка исцарапала, и ногу в одном месте собака ей укусила, в другом поцарапала. В общем, сейчас надо помолиться, чтобы с той собакой все было хорошо, потому что сказали, если та собака больная окажется в течение 10 дней, то тогда Леру придется прививать. Ну, надеемся, что все хорошо, собака чистая, привитая, домашняя, ну, соседская. Сейчас 50 такого живота не ставят. Не будут ставить, потому что собака здорова. Вот 10 дней наблюдения за собакой, не за Лерой, за собакой. Ну, Лера мазью мажется. Помоги, Господи. Еще у кого какие просьбы, пожелания, да? Всех благодарю за молитвы. Тихо. Снег ушел, даже не заметили, как ушел. Больше переживаний, да? Да. Слава Богу. Снег да. Нынче было много снега, но вот он так потихонечку, потихонечку, полегонечку. В городе вообще его не заметили. Даже в деревне тот быстро так легко прошел. Так, еще у кого есть пожелания, просьбы? Любовь Николаевна, слово есть. Прошу прощения. Благодарение Господу, что есть еще возможность лечить людей, да еще и акции дают. Программа оздоровления позвоночника. Есть такой дом, называется Дом здоровья. Находится проспект Комсомольский, 110. Ну вот есть один купон, значит здесь они, почему стоит прийти в этот Дом здоровья. На уникальном проверенном оборудовании в салоне Дома здоровья проводится 10 бесплатных оздоровительных сеансов. Консультации, помощь специалистов, есть телефон, есть кто-то желающий. Установка какая? Там используется. А что там, позвоночник? Позвоночник, да. Так, еще у кого объявление, просьба, пожелание, благодарение? Игнатий Ильич, вам слово. У меня маленькие дела-то, житейские. Володя-то уехал неделю, уже нету. А вместо Володи-то Никита и тоже собирается поехать. Он тоже проверялся, гайморит, двусторонний, там гнойник признали. Сколько раз говорил, все соплями не поправишься. Вот теперь, пожалуйста, ты молись об этом. И вовремя его отпустить надо. Вот Володя туда уехал, обстановка сразу кое в чем изменилась. Первый мостик прорвало, и на второй не могут пройти, а там вот-вот прорвет. Сунутся, батюшка вчера говорит, а там не пройдешь. Володя на этом не остановился. Он пошел по логу искать, где ближайший такой более зауженный. А зауженный это не просто проход. Вот если отсюда взять до конца детской, это проход. Он шестиметровые эти доски, сороковки унес, на ребро их две поставил, а между ними полз, видимо, или прибивал, где-то ему не поднять было. И все-таки перебрался. Теперь туда надо себе утащить столбы. Туда утащить мешками соломы, это надо снова в деревню. Сколько же он раз сходил-то? И вот, нужна помощь? Никита уезжает. И поэтому на меня все оставили. Володя уехал, говорил, у нас картошка там есть. И прошлый год не хватило у нас, но привезли еще больше. И нам нужно, чтобы ее разобрали. Я в прошлый раз говорил, и никто не остался. Значит, я знаю, что не Анила Щукина берет, кто-то еще, кто подходил. Вот, никуда не уходите после занятий или до этого. Я договорился с Андрюшей, он развезет по мешку. Узнать надо, сколько там, я ни разу в подполе не был. Нам мешка два оставить. Два. Они мешки-то короткие, небольшие. Дальше. Что с этим связано? Мы живем здесь, и земля. Кому нужна земля рядом? Вот где у нас здесь на территории? Садили и картошку, и чего только не было. А Валентина Ивановна, сестра Александра Ивановна, она здесь садила и помидоры. Одно время даже Сергей Пупков-то что-то садил, не знаю, он уехал, выросла, нет. Земля. И рядом большая куча чернозема привезенная. Можно использовать. Колонка прямо рядом. Кому нужна земля?
И в общей сложности у нас весь сезон 13 соток. Такие помидоры. Землю даром даю, за нее платят деньги большие. А картошку можно посадить? Можно. Ну, чтобы я знал, что ты их потяпаешь и все как надо сделаешь. Тыква особенно здесь растет. Она обплела буквально все, и виноград, и кусты. 11 метров плети у тыквы. И главное, на кустах висят тыквы. Вот это яблоки сибирские. Игнат Тихонович, можно будет мужу моему зайти вскопать? Без табака. Он не курит вообще. Отлично. Мы его знаем, он хороший человек. Второй вопрос. Значит, по картошке надо забраться сегодня, чтобы ничего не пропало. Мешки вернуть, в которых есть. Если они дырявые, защинить, заплатку любую посадить. Вот есть такой журнал, выходит, вот я показываю. Он называется «Душа. Православный сборник для всех. Встреча с Господом. Пасхальный. Христос воскрес». Тебе видно, Сережа? Да. Я сколько раз просил найти мне этого главного редактора. Главный редактор здесь, вот он здесь, Олег Рыжков, диакон. В Искитиме живет, вот он впереди. И я на него вышел. Мы покажите садились. Его. У него большая неприятность. Покажи рядом там, что он заснял. Журнал настолько хороший, что ну где-то что-то, может, люди находят. Мы его брали с собой, и где за границей, Португалия, там Испания, Великобритания, где только могли, мы этот журнал старались распространить. Вот у нас эти книги, нынче большой спрос именно вот на трехтомник, истину православия, слово Божие, нет, туз и полные комплекты. Испания, Италия, то есть из дальних сторон везде. И мы везде предлагали эти журналы. И вот он этот журнал, он распространяется, речь идет 75 тысяч экземпляров, да больше теперь будет. Тысячи. Бесплатно, на пожертвование людей. Он нанимает людей, видимо, платит им, и они распространяют. И вдруг узнает, вот кому он доверил, он пачками берет, и у меня много клиентов, и идет, макулатуру сдает. Он говорит, такого Иуды я не видал, жизнь прожил. Предупреждает, называет его фамилия, все, выходит. Я в интернете встретил у него. У него, говорит, большая неприятность. Предателей было много, но Иуда один. И любого предателя Иудой называют, почему предал Господа. Этот человек, который сделал, он в великой опасности. Он предал живое слово. Слово Духа Святого. Это Иуда нисколько не ниже того Иуды. Он показывает его имя, все называет. Здесь я сторонний человек, просто говорю, я знаю, что это означает печаль такая. У меня один человек был такой, который... Ну, жертвовал деньги, все, а потом разозлился, я ваши книги все выбросил на помойку. Ну что, я знаю, что это такое. Мы давали Евангелие, а священники собирали у людей и жгли Евангелие в церковной ограде. Это тяжело. Не Иуда, это еще похлеще. А из-за чего? Потому что в наших руках это было Евангелие. Это маленькие такие сообщения. Теперь дальше. 14 мая, ровно через 3 недели, в Потеряевке отмечается 26-летие Потеряевки. Батюшка говорит, я не мог никак дозвониться до митрополита. Я позвонил вчера сразу. Это Яким? Веселый такой вот. Это Игнатий. О, дальше. Это близкий человек по сегодняшний день, говорю. Дальше я не знаю, как будет. Я говорю, владыка, памятная дата. Он на престольный у нас 16 сентября. И здесь за 14, 1 воскресенье или 14, когда батюшка приехал в деревню. И он говорит, я помню, знаю, батюшка привезет еще пригласительное в письменном виде, чтобы на бланке было. И он хорошо отозвался, я говорю, так считай, что, могу считать, что вы обещали приехать-то? Он засмеялся, говорит, ну да, так. Помоги, значит, Господи. На 14 мая, Господи, через 3 недели, по всей вероятности, он один никогда не приезжает, митрополит. Сергий Иванников. Это митрополия Алтайского края, Барнаульского. Но ее разбили на несколько епархий, и мы попали в Славгородском, и тот чрезвычайно к нам расположен епископ. Но батюшка его приглашает и приглашает. У них нет оснований, а уже пишет, что мы не входим в дипломатические отношения, то есть ложь сплошная. И батюшка говорит, он отрицает, и стоит ли? Я говорю, обязательно пригласил. Вчера ему дозвонился, и он изменился. Как его, Владислав, или как там звать-то? Бонич, фамилия его. Едет в Москву. Да благословит его Бог. Чтобы не было никакой враждебной силы. Вот интересно, как Бог делает? Батюшка звонит мне, послать и послать. Я говорю, у них там, в Завьялово, там живет сестра Виктора Савченко, Ольга. И
Там священник есть, Александр Гридин или что такое, вот фамилия его. Он выходил и хвалился. Мне передали, говорю, как сестры, братья, сестры, тепло у нас, тепло. Это я книги у Игнатия там достали, ну, завет вот этого, я их сжег в печке, поэтому тепло. Он говорит, я это не говорил, ну, передали так, то есть я вполне поверил. Но, в конце концов, приехал с архиереем и сразу изменил отношение все, поэтому батюшка. Я говорю, Оля, он ей противодел, а сейчас ее назначил, чтобы она вела занятия. Видите, все меняется. Аллилуйя. И только про Ольгу в этот день, я два раза сказал, я ей не говорю, но молиться я поминаю ее имя каждый день. И вдруг вечером она звонит, помогите. Как помогу я в городе Барнауле? Я ухаживаю за одной бабушкой, называет ее по имени, все, она бесноватая. И там сейчас такое вытворяет она, муж прибегли к тяжелой артиллерии, то есть меня так называют, уже всем сообщили, а теперь... А Никита стоит что-то там у стола, щебарничает, за стол готовит вечером уже. Никита, бегом сюда, в эту комнату, там, три шага, бегом на молитву. И сразу мы стали на молитву. Результаты мы не знаем, но у нас, если кто звонит, все дела, какие бы ни были, мы останавливаем. Если только уже запись какая-то идет, тут можем до конца ролик, чтобы не испортить. Вот такое дело. Значит, помолись о сестре Ольге. И чтобы ту душу Господь тоже не покинул. Если такая беда случается, то не приведи Господь. О, не приведи Господь, это жутко. Так, я по порядку буду говорить. Сегодня вот Сергей парализованный, 14 лет. Насколько Бог награждает людей талантами. У батюшки одна была такая Людмила, она мастер спорта, или кто была на конькобеже, там это, балерина там что. И у нее, говорит, конек в щели застрял, она продолжала еще поворачиваться, когда конек стоял намертво. Ну, видимо, на позвоночник на все отразилось, и она, у нее руки скрючены, но пальцы шевелились. У Сергея эти пальцы не шевелятся. Батюшке она списала даже с Питер. Писала мелким красивым почерком. Я с ней переписывался и спросил, Людмила, вот ты была неверующая, да. Года три прошло, я лежала, говорит, тогда только нашла Бога. Вот вернуться назад, и здоровье при тебе будет. Ты мастер спорта, за границу едешь, но веры не будет. Она, барани Бога, даже слышать мне это. Сергей то же самое говорит. Мне Бог дал, я, говорит, больной, парализованный, во славу Христову. Такой приписки я в интернете не встречал. Во славу Христову. Этот наш дорогой брат, он талантлив тем, что... Ну, я не свои слова скажу, Андрея Кураева, религиозно талантливый. Вот он придумал такое, быть членом общины церковной Потеряевки. И сегодня там должны на общем собрании этот вопрос решать. Это все будет так объяснено, с голосованием, потом на бланке будет и с печатью, что принят. И он говорит, пока мы там находимся, а всяко может быть можем оказаться в Потеряевке. Понятно? То есть это никто больше до этого не додумался. Другие были, просили, ну, на ногах, приезжает, причащается, а батюшка, да я раз в год даже не могу к нему приехать и причастить, как быть? Батюшка, Бог усмотрит. Да как? Я говорю, батюшка, ты думаешь, какая от него польза? Да нет, я говорю, ну, я могу догадаться. Некоторые подумают, зачем он паралитик такой? Так это главный человек, который ничем не занят. Он хранитель наш будет. Да только бы он не передумал. Только бы он был с нами. Вот нужно это понимать, надо смотреть намного глубже. Дальше, по простым вещам. Вчера Александра Михайловна Гряна, руку поднимет. Вот она здесь, Александра Михайловна. Вот. Она говорит, а что же виноград-то не открываете, у нас тут траншея. Первый никто не сказал. Так я же Володе говорила, видно, забыл в суете. А я хожу, боюсь поднять шифер, там пленки, доски закрыты. Оно там гниет уже, там мышей сколько. Нас надо трогать. У меня нет никакого таланта к этому. Но у меня есть одно положительное качество. Я однажды пятерку получил за пение в третьем классе. Пятерка. За что? За то, что сидел тихо и никому не мешал. Так вот, у меня талант. Не знаю я в сельском хозяйстве, я никогда не лезу. Ну, готово, сорву, тут еще сойдет. А дальше никакого таланта нет. То есть я знаю, что если я полезу, надо знать много. Тут как-то брат с сестрой зашли, когда я занялся этой кибернетикой, вот это что есть, в интернете все. И все это купили книгу, они меня учат. Они пришли сразу ко мне и говорят, вы все забрали, вас не будет. Кто это займется этим? Вот это я и ждал. Я сразу раз,
и в тень, и больше не занимаюсь, но Бог дал три программиста. Однажды брат сказал, вы говорите здесь, голова говорящая. Он только сказал, мигом меня вывело сюда. Я теперь сижу здесь. Благодарю, брат, за замечание. Вот он сидит. Если мне сказали, я без внимания не оставлю. Я сразу на другую скамейку пересяду. И вот что здесь, по винограду. Если нас не будет, можно их сохранить. Меня не будет, голубей сохраните. Я уж все наказываю, как бы прощаюсь. Бог знает, как будет. Да хранит вас Господь. Да. Если я уеду на 14-е, значит 13-го, кто здесь останется дежурным? Нужен человек, который, ну, знал бы все. Двух кошек я заберу, одну оставлю наверху, на два дня там пищи дам. Ну тут надо вообще за усадьбу. Михаил Петрович, наверное, кто еще? Кто может здесь быть с 13 на 14? Я могу быть. Миша. Михаил Петрович. Вот, Михаил Петрович. Он все знает. И голубей знаешь, там, где зайти. Я говорю про Володю. Что он там делает? Помолите за него. Он уже все там. И у нас там этот парник называется, где... Как его по-другому-то зовут? Теплица. Теплица. И он уже там достал какие-то, что-то посадил. И один там по всем областям. И вода пошла где-то там под этот короб сделали. И они там как-то забивают, а щели-то высохли доски, там фонтаном вода бьет. Он все старается замазать, запечатать и везде. Так, вот тут был, кто у нас сейчас? Вениамин выходил. Скажите, его имя кто на молитве произносит ежедневно? Сережа? Его имя, вот этот, заходил юноша, которому... Сколько? 18 лет? Да. Вот так. Кто они вам молится по сегодняшний день, ежедневно? Поминай имя, конкретное имя называя. С произнесением имя Вениамин. Вот видите, а мы его каждый день на руках молитву несем. Вот Варвару принесли. Я о ней хотел сказать. Как только начинают читать Златоуста, все в другую комнату, все на одного, кроме Варвары. Она одна остается и слушает. Она быстро растет, и еще сантиметров 15 можно юбку там добавить к низу. Опять в мини пришли, да? Так, теперь в интернете везде очень большая критика идет на православные и на обряды, на таинства. И был такой Левашов Николай, вы знаете, там академик, прочее, там учился где. Ну и когда спрашивают, я говорю, а где он? Да умер. Нет, а где он? Его сожгли в крематории, он уже в огне, я говорю, горит. Еще вы ссылаетесь на него. Yeah. Когда у нас была тут еврейка, она его книжку мне пыталась дать, я говорю, в печку бросьте. Зинка, в печку. Помните? Как купорос. И вот они начинают, когда видно, что берут таинство, венчают, а венчают-то грудь вся голая, она молится, невеста так, и парень там, ну то есть никакие видно. Но священник высчитывает все. Да благословит тебя Бог, как Рахиль, там Авраама перечисляет. Он начинает, вот, Авраам, кто он такой? Женой торговал. Это заранее закладывается проституция в этих, кого венчают. Понятно? Авраам отдал, да к ней он не прикоснулся фараон. Он дальше-то не говорит, потому что он язычество восстанавливает. И да вот, и не сказал, что она двоюродная сестра ему была, Сара-то. Ну правильно, а Адама дети-то были родные, но так как больше болезней появлялось, поэтому двоюродная разрешалась тогда, сегодня не разрешается. Я хотел схему нарисовать, ну вот так мысленно смотрите, как я буду говорить. Вот одна ячейка, муж и жена, это одна ячейка, муж и жена, единое тело. Теперь, если кверху идет, от кого? Тут разделяется ее отец, она от отца происходит, и мой отец, отец, мать, там двое. Вот теперь между нами, между отцом и этим, на нас сходится одно колено. А если от нас на тех, сваты, уже два, потому что сначала на нас промежуток один, а эти нарисовать клеточками. Теперь, допустим, у моей жены, у ней брат. Брат. Теперь брат этот не от жены идет, а от родителей дальше идет стрелка. Вот теперь смотри, оттуда стрелка одна идет к родителям ее, теперь идет к нам вторая, теперь от нас. А у меня брат там, и у него есть сестра. И вот сколько здесь считать? Сестра это отдельно, отдельно. И вот пока до того дойдет, 5, а разрешается только 6-го колена. Но дается власть епископу, он может разрешить и 5-е колено. Хотя кровного родства никакого нет. Ну, у моего брата и у сестры моей жены там где-то, не ее даже, а ее сестры.
Вот как это решается. А по тем временам это было как раз то, что нужно. То есть они, ну, на что? Не знают. Если натолкнетесь на такое где-то, знаете, как им ответить. Так, есть такая национальность, езиды, язычники. Кто слышал о них много? Там где-то гора, они там как у Везувия вроде, и ИИЛ их захватил. Язычников уничтожает. Мужчин сразу же всех собрали, мужское поколение, которое всех вывезли, и они смотрят там в окно, женщины, и тут же всех расстреляли. Они жили мирно, никому не мешали. Это вызывает внутреннее расположение именно к ним. А этих сразу взяли и потащили. Значит, сегодня она у меня 6 часов, после этого она приходит на ночь, ее другие берут, насилуют. И она одна сбежала и все рассказывает. Изиды. Изиды. Но вчера я свое мнение прежнее затормозил. Есть газета «Лампада», на Алтайке выпускается, «Лампада». И там пишется, одна изидка, кажется, в Краснодарском крае, обратилась к Богу. Настолько она ревностная, она не выходит из храма буквально, все помогает, делает, изучает и приняла крещение, то ли Людмила или как. Там родители, весь их тейп этот поднялся на нее. И она говорит, они меня убить хотят, ну что сделать, куда ее прятать? А домой идет, она им говорит о Боге. И, видимо, последняя инстанция, отец берет арматуру и переламывает ее обе ноги. Мать берет поленом и бьет ее, и они убили ее. И сейчас вопрос сразу подняли о канонизации. Как она жила, как заботилась. Изиды. Вот тебе с ними как поступают. Теперь вспомнишь ИГИЛ, то, что впереди рассказал. Не спеши с выводами. То есть за этим какая-то связь все-таки есть. Видимо, они их и знают, что они язычники и какие, и что с ними будет. Но одно это, что какую я там избили, все, из головы, говорится, кашу сделали. Ну, чтобы они знали, где. Еще немного. Когда наступила советская власть, министр по образованию Луначарский был. Это очень грамотный человек. И когда он где-то там в Женеве или где выступал, как министр уже образования, он говорил на четырех или на шести языках для них. Ну, в то время образование это не советское было где-то. И когда представили Ленину разных писателей, где, в каком городе рожден Пушкин, где там поставить памятник, Ленин проверил. И вычеркнул только одного писателя. Какого? Кому ни одного памятника в России, чтобы не было? Лескова. Лескова. Николая Семеновича. А у него и в природе там священники были. А почему? Чем он так Ленину не угодил? Самый духовный писатель в России вообще. Так. А почему ни Гоголя не запретили? Гоголь там литургию объяснял. Понимаете, здесь не только это. Теперь. Почему такая лютая ненависть в интернете сегодня против Солженицына? Это кто муссирует эту тему? Солженицын, может быть, не столетие, а через тысячелетие один раз такой человек выходит. Я уж не говорю, лауреат Нобелевской премии и прочее. Две причины, послужившие гибелью вот этой тоталитарной системы. Это гласность Горбачева и архипелаг ГУЛАГ. Теперь, почему такая лютая ненависть к Достоевскому? Ни к одному. И когда стали фильм, то Чубайс говорит, я бы зубами изорвал все, зубами он бы изорвал. А почему? Те, другие, третьи говорили об евреях. Я нашел это все. Солженицын пишет, 200 лет вместе об евреях, как они были, как поступали с русскими, это революция. 6 миллионов евреев или 5 погибло, Холокост. А русских уничтожили 66 миллионов, говорит, евреев. Почему об этом не говорите? Это не Холокост. Это я беру из интернета. Я ничего не утверждаю, потому что данных у меня нету. Но эти данные никто не опровергает. Здесь написали журнал «Алтай». И напечатали. Ленин, когда приехал в пломбированном вагоне, 138 человек. Из 138, 132 еврея. Вся революция. Это открыто сегодня печатает везде. Я к тому говорю, молиться об этой нации надо, чтобы Бог привел их к принятию Христа Спасителя. Мы ежедневно молимся об этом. Вот сколько открывается писателей какие, почему к ним такое было отношение. Дальше. Прошлое воскресенье – это тот день, в который можно приходить в храм, где есть колокол, и колотить сколько хочешь. Ну, пошли здесь в Дмитриевское, там на улице маленькие колокола. А я знаю, большой колокол был привезен когда-то. И он стоял во дворе Покровского собора. И зимой бабки там губы примораживали, целовали его. Я свидетель, как его освещали. И подняли. И идешь, 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 и уже там мы поднялись туда. Я в этот колокол был, мы сняли и табличку поставили. И знаете, какое название дал?
Один муэдзин приносит больше пользы, чем 1000 колоколов. Колокол для чего? Собрать. А сегодня музыкальная, тона там, и все это ногами делать. Рукой не ударишь. Только большой колокол можно. А тут нога на веревочке привязана, и ты как на педали давишь, и все колокола работают. Колокол, он похож на голову, а который бьет, называется язык. Язык. Муэдзин, который выходит на возвышенное место, и он призывает людей. А у нас колокол, что он колокол дает? Интересно, мусульмане где-то, как Стамбул, везде запрещено колокол бить. Монахи говорят, нам собирать. Откуда вы собираете их? До монастыря, вам доски хватит. Повешали доску, било называется сейчас. Глухой удар в доску. Монахи рядом. А у них на возвышенном месте, на минарете, там теперь минареты стали строить, муэдзин. И вы думаете, он что, просто так тянет? Он людей созывает на молитву, единственная цель. Созвать. И он как, идут люди там мимо, куда он же, о, правоверные, насколько лучше идти вославить Аллаха, чем лежать на правом боку. И насколько хуже делаете вы, когда и на левом лежите. Он говорит о Боге. Он читает суры и аяты какие-то, кричит. Его научили какой интонации. К слову сказать об интонации. У нас тут утренняя вечерняя молитва, мы открыли дверь, и к нам люди приходят. Ну, я до Пасхи довел и сразу отошел. Хватит. Я 60 с лишним провел утро-вечер. Вечер, правда, поменьше. И один брат взял за это. И он решил начитывать, не читать, а пасхальное как. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть попрал, как я в песне говорит. Это не молитвенный язык. И ему сразу одна наша душа, что-то я не вижу ее здесь, подошла вчера и сказала, Надежда Васильевна, уж не скрою. Вот. И она говорит, церкви так не считают. Он сразу мне, наш брат, скидывал, и как так? Я говорю, за 2000 лет никто так не считал. Ну, мне как раз, я его принимаю полностью. Но ни в одной церкви, ни в одном храме тебе не разрешат так считать. Дальше это он считает, как по ангелу, вопияша там. А он считает с выражением. С выражением. Это читать можно. А почему молитва-то считается другой? Прогласица называется. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мои. Мусульмане прогласицей считают. Буддисты считают прогласицей на своем разговорный язык. И когда молится он, вот тут разница очень большая. Так что я говорю, брат, за 2000 лет пока никто так не молился, ты первый. Но ему ничего не сказал, не знаю, какой он вывод сделает. Он может, конечно. Может, того брата покажешь, ревнителя, как лучше. Дальше. Володя набрал березовки, но доставить не может. Если доставит, ну понимаете, бабушки мои, вы приготовьте свои там посудинки. Он набрал. И березовки набрал, пляги три. Вот один человек сколько мог приехать туда сделать. Дальше. Я гляжу, сегодня поклоны некоторые не могут делать. Поклон должен быть такой, смотрите на меня, лоб, чрево, правая рука лево. Вот эта поперечина должна быть абсолютно ровно перпендикулярно. На чрево, пуп, где находится. Не сюда. Это уже Слободского закон Божий. Говорит, мы, говорит, делали сюда, и теперь оказалось, эта половинка-то меньше, чем верхняя. Перевернутый крест. А перевернутый крест только колдуны делают. И что мы делали? И кланяться так, когда ты совершил крестное знамение, только потом поклониться. Чтобы рука при желании могла пол достать, колени изгибать. Некоторые вот так вот молятся, вот так вот. Это так иудеи у стены плача молятся, вы же православные. К нам одна пришла и говорит, да у вас и даже креститься правильно не могут. Мне упрек этот. Я ли не учу вас? Дети в лагере в один день учатся этому, в один день. А некоторые я за 10 лет не научил. Ты перед Богом делаешь, небрежным маханием руки бесы радуются. Одну эту фразу возьми и подпиши, святой Иоанн Златоуст. Еще пришли бесов тешить. Поклонись, как должно. Ты кланяешься не человеку, а Богу. Японец ни один так не поклонится. Их учат, как кланяться кому? Отцу с матерью, так. Начальник на работе, другой поклон. А если император, как, не поднимая глаз головой до земли? Их учат, а у нас не учат. И зайдите в храм, посмотрите, как. Кому как взбредет. А вернее, может, и никак. Так, еще немножко. Вот мы сегодня слышали и читают это. Господь сказал, ждите обетованного Духа. Уходя, Он дал один наказ. Ждите.
сколько не сказал. Они каждый день, не сегодня ли. Мне вот этот Бог положил, я каждый вечер смотрю на закат. Не ночью ли ты меня призовешь? Утром расцветает, может быть, этим днем, Господи, только приготовь. Грешный, супергрешный, прости меня, Господи. От рождения до смерти, ведения и неведения, в уме помышления, прости, Господи. Это мы ежедневно, многократно с Иисусовой молитвой произносим. Дальше. Ждите обетованного, а уже 1.8 Деяниев говорит. И облечетесь силою. Расшифровываем. А кто против этого был? Монашество, запомните. Это другая структура. Сидите дома и сидите, эту фразу перефразировали, 2000 лет сидите на месте. Это означает, сила и дух, они не облеченные. А для чего сила? И будете мне свидетелями. Не молчать, не рекорды ставить, что там неделю не ел, а потом, говорит, горошница налопался и вздула тебя. А что-то еще. Я, к примеру, говорю, брат смеется. Вот. И при том мы часто страдаем, говорит, кто с чем согрешает. Со мной один брат как-то было, спорили, что свинину не надо есть. А он за нее свинину выступал. И когда такое посещает, я уже начинаю молиться. Тут очень грозная помощь пришла навстречу. Исключить мясное, чтобы запаху даже не было. И все. Ты ж, брат, знаешь, в наших молитвах и на руках трудно тащить, говорит, такую тушу. Но все равно стараемся. Так. Вот у евреев, у них буква есть Ш, как узнать их? Они везде говорят Ш. Главное у них в молитве, запомните, начинается Шма Исраэль. Шма Исраэль, что означает? Слушай, Израиль. Вот, у нас так Шма Раша. Как люди говорят, Параша. Так вот, слушай, расти, Бог тебе говорит слово твое. И когда облечетесь силой, особенно молитесь вот этот промежуток времени. И пост Петров. Через неделю после Троицы начинается, и цель этого поста очень простая, чтобы рукоположили апостолы, и они с постом и молитвой и отправились на проповедь. У православных ни один пост за 2000 лет не имел этой цели. Попостились, и теперь все эти монастыри, идите проповедуйте. До Пасхи Христовой, как было, ну, Марии Египетскую считаем, там, Зосима ее встретил-то. Так, тут что-то про собак говорили, не все не слышал. Я кормлю этих собак, ухожу очень далеко и хожу даже где на базу туда. Здесь ни разу больше не было кормлено. Я принял все это. Прошу это учесть. Аллилуйя. Но собаки, они научились там сарай, через сарай сюда заскочили. Вчера было, позавчера мы пришли, а Никита говорит, ой, тут что есть, придите сюда. Я подошел, мы это засняли. Прямо при выходе, увидите, асфальт разбитый, огромный кот. Черно-белый. И они втроем ходят, разбойники, и они напали на него и задрали, и убили. Мертвый кот лежит. Огромный вот такой кот. Ну, я вот тут ящики есть, мусор вывозят, отнес. И шерсти его везде полно. И, видимо, он как сопротивление. На одному с тремя собаками не справится. Почему он на забор не заскочил? Как они его захватили? Так что их сюда нету, и они как-то зашли. Я сказал, Никите, бери там, кидай в них землей или как. Мне нельзя это делать, я их кормил. И он прогнал, они не знают, куда бежать. Но ночью пришли проведать, где их тут подкармливал кто-то. Живой он или нет. Это охранники были такие. Говорят, вот лечат бесплатно. Это не очень хорошее лечение. Вот где дорого клиника, и там берут большие деньги, вот настоящие врачи. И вдруг в газете сейчас появляется статья и говорит, наоборот. Это наоборот. Юноша один лет 16 упал в обморок. Упал в обморок, мать привела, что осмотрели искривление позвоночника, защемление нервов. Все прописали, сделали, не помогает. Пошли к другим врачам. Как? Ларинголог, кто там называется? Нос-то. Нашли искривление на носа, но потом так определили, у него нарост там. Нарост костный. Что делать? И говорит, срубают каким-то долотом медицинским, так это или не так. И они начали это делать, и долбили, видно, неплохо. Лопнула лицевая часть кости. Это как может быть? И он умер? И поэтому, говорит, где дорого берут, это не означает хорошее качество. Вы молитесь, и Бог пошлет хороших врачей. Нам свой есть. Самый лучший. Лучше некуда. Я не хожу никогда в собор, а к нему сразу. Он меня соборует. Ну вот о чем я хотел сказать, какие тут у нас дела есть.
Так, кто картошку хотел взять, останьтесь, получите. Можно еще? Спасибо. Братья и сестры, я хочу обратиться опять к вам по поводу людей, с которыми я общаюсь, которым благовествую. Ну вот Владислав из Казани, о котором я просил молиться, и тут один брат сказал, а ну надо, чтобы он сам попросил об этом. Да. Я ему пишу письмо в электронной почте во имя Отца и Сына и Святого Духа, и дальше повествую. Он мне отвечает, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Потом благодарит за то, что я молюсь о его семье, благодарит за то, что я молюсь, и призывает, чтобы Господь Иисус Христос помог мне и моим детям, моей семье. Ну, что еще нужно говорить, о чем нужно говорить? Поэтому прошу вас, что он принимает, поэтому прошу молиться, что Владислав, имя его, его жена Эльмира, вот, помните, да? Еще есть душа у меня на работе, на которой я тружусь уже вот второй год. Постепенно, потихоньку он приходит, у него есть опасения, а как обо мне скажут мои близкие и окружающие. Владимир его зовут, вот, чтобы укрепился он на этом пути, и он все больше и больше, так сказать, вот, проникает и интересуется. Я ему даю литературу, вот, купил он книгу «К истинному православию», начинает читать, чтобы Господь ему помог, избавил его от этих страхов, чтобы он укрепился. Я ему говорю, что взявшийся за плуг и обращающийся назад не надежен для Царствия Небесного. Поэтому, чтобы Господь ему помог. Владимир его имя. Еще один человек, с которым я работаю тоже по электронной почте, Федор его зовут, тот, похоже, что из этих мессианских христиан. Сегодня Игнатьич говорил об иудеях, о евреях, чтобы они обратились к Господу, мы должны молиться об этом. Это богоизбранный народ, и он хранит их, как десницу ока. Поэтому надо молиться о них, и вот молиться о тех, чтобы они, о них молиться так, чтобы они нашли истинный путь, а не этот ложный путь, не впали в это мессианское иудейство. Вот, и один из них, вот этот вот Федор, так что молитесь, Федор, вот Владимир и Владислав. Еще брат хотел слово. Я хотел сказать, что вот вы, наверное, заметили, что нету свидетелей Иеговы вообще нигде сейчас. В общем, их запретили. На этой неделе суд окончательно запретил свидетелей Иеговы. И все их имущество, какое где есть, в пользу государства было отдано. Да. То есть, помните, мы начали ходить по квартирам, это 2002 год. Так вот, начало этому положили именно эти самые свидетели, так называемые Иеговы. Мы долго думали. Первый у нас ласточка — это Игнат Тихонович с Татьяной Кузьминичной. И вот Александра Михайловна отсюда получилась у нас. А дальше начали ходить, и мы по много человек, и даже было такое, что до 20 человек ходили. И обошли мы все многоэтажки города Барнаула. Еще много пятиэтажек. И вот здесь, вот рядом с нами, обошли все частные вот сектора. Обошли. Но много частных секторов не обходили, потому что сложно, там собаки и так далее. Это мы с этим столкнулись. И вот побудили нас к этому именно вот эти так называемые свидетели, как бы, от имени Иеговы. И мы как бы много над этим работали, у нас было, проходили занятия, как беседовать с ними, потому что очень много мы с ними встречались, беседовали. У них такая одна, как говорится, ну, сейчас говорят, фишка, такая особенность у них. Они никогда не берут того, что ты им предлагаешь. Чтобы они взяли, это надо с ними договариваться, они кому-то будут звонить, если только какой-то не высшего ранга перед тобой этот... Он какой-нибудь офицер у них. Да, полковник. Да, к примеру. И он тогда может сам взять, ну, эту литературу. А так кто-то, новички идут, там две, допустим, бабушки, или бабушка и женщина молодая, обычно они так ходили. И, ну, или молодая женщина и мужчина. Редко, когда два человека, мужчины, ходили. Вот там. Так вот они всегда делились. Обычно женщина должна быть тоже, чтобы расположить человека. Они умели разговаривать, у них там школы свои были. Ну, вот если...
так поучиться у них проповедовать. Но тут бы у нас бы все проповедовали, сейчас бы как вот Виктор Андреевич или братья вот у нас ходят, все бы сейчас рассказывали, кто с кем как беседовал, кто кого обратил, тут бы у нас намного больше было людей. У них там такая особенность еще интересная, они должны выработать часы по проповеди. Там, допустим, новичок, там 20 с чем-то часов в неделю, там 26 что ли, а уже ну, маститы там уже, там, ну, офицер там у них, до генералов они... Должны там до 40 часов проповедей в неделю, представляете? Это сколько нужно посвятить себя. Ну, для этого они много трудятся, работают. У них постоянно идут занятия. Тут у меня такая вот учебник их есть. Я его немножко посмотрел, думал по нему учиться. Ну, это сложно все. Это надо, чтобы кто-то был опытный человек. И постоянно они все новые и новые. Как с человеком заговорить, как ему рассказать. И все время такие вопросы закладывают, чтобы можно было перейти на Библию. То есть у них можно было, можно брать, и мы взяли, очень многое. Но вот по какой причине их закрыли, ума не приложу, потому что они пристают к людям. Нет. Чего нет? В новостях показывали, что у них за границей... Все понятно. Там деньги собирают. Все, ясно. У нас деньги не собирают, конечно, все, это хорошо. У нас, я только зашел, это, Евангелие раздавал по палатам, захожу, и почти что везде мне, ну, несколько раз говорили, это мы другой веры, мы не вашей веры. Я говорю, а вы откуда знаете, какой я веры? А она лежит вообще за дверью, там, это человек. Я говорю, а вы откуда знаете, какой? Я говорю, я сейчас покажусь, я вышел. Она такая смотрит, а я с бородой такая раз присела уже. А, ну, мы, наверное, не так веруем. Я говорю, так это и патриарше издание. Вот красное Евангелие красивое. Это, говорю, патриарше. Одна сразу женщина такая в очках, такая видно, что интеллигент. Ну-ка, дайте. Раз. Да, да, я беру себе все. А эта такая сидит уже, не знает, что сделать. Надо же, попалась. И тут патриарше, и я с бородой. Нестыковочка. А я говорю, а почему вы так сказали? Потому что православные никому ничего просто так не дают. Я говорю, вот мы похвастались. А чем похвастались-то? Я говорю, у нас тут бесплатно лечат практически люди. Вот сколько на нас тратится всего. А здесь патриарх уже напечатал, уже сам благословение свое. И ничего нам не надо. Как не надо? Я говорю, вы много знаете, видать, полностью наизусть все знаете. Ну вот так вот. Спасибо, Христос. Да, Галина? Я хотела спросить, Игнатий Тихонович, а известно имя той девушки, которую родители убили за имя Христа? Какое? Ее тогдашнее имя? И тогдашнее крещение. Ну, он у меня дома газету взял, пишет это, Лампада, да, Алтайская. Вы не помните ее имя сейчас сказать? Да, ну, можно зайти, просто что-то, мне кажется, Людмила, что ли, она приняла в крещение. Надо уточнить в газете. Кому надо, я могу это дать, скинуть. Ну, это действительно мученица. Так, я небольшие тут, еще, кажется, послесловие. За что и как, это вопрос там решают. Но это религиозная организация. Церковь Христовой никакого отношения не имеет, даже миллиметра не имеет. И так как по Библии у них все не сходится, они написали новый всемирный перевод. А эту Библию православную, синодальной, просто ее нету. Они не верят в Троицу, не признают душу, вечное мучение. Ну и по жизни это не идут они служить в армию. На альтернативной основе идут, но оружие не брать. И не допускают переливания их крови им. Но бывает иногда через суд кто-то умирает, и суд принимает решение не слушать никого и перелить кровь. Когда мы ездили, я специально сделал завещание, Виктор Андреевич это все оформил, и там на английском, немецком, французском, на русском, и везде в печати нотариуса стоит, чтобы мне переливание крови никогда не делали, нигде. Если нужно будет, мою кровь сегодня сдать и потом налить. В Елисте 470 детей с ПИДом зародили. Вливание крови делали, а кровь заразна. А зараза определяется не сразу, а через 4 месяца. От спидовского берут, и она нормальная, а он в начальной стадии. А потом эти бактерии-то там развиваются. Так что их обвинять не в чем. Но они запрещены в Китае полностью. Их ни одного там, чтобы ходили. В Северной Корее, вы слушайте, о ком речь идет. В Узбекистане, Таджикистане, вот в этом гнезде, где они запрещены.
Я с ними, с двумя с братьями, ну, по их состоянию, не родные, а они, Буряк и Гончар. А третий, не знаю, какой он, сбился, их крысой называли, он по помойкам лазил, там курил, и, ну, не твердый. А эти хорошие ребята. Ну вот, надо понимать, они говорят, вы сильно-то не обольщайтесь, с нас начинают, вами кончат. Так и было. Вот чтобы одинаково гнали людей, одинаково, практически наполовину земного шара, это было только с евреями, потому что Гитлер их гнал, сажал и убивал, сжигал. Вот выставили два ролика, я вчера посмотрел, документальные, как шел процесс в Нюрнберге. Документальный. Наконец, рассекретили это, как они были, ну, с грифом секретно сколько было. Высвободили. Есть что посмотреть. Документально, от начала до конца. Ну, конечно, отрывками. Советские, как говорят другие. Сажали в то время одинаково с ними свидетели Иеговы и цыган. Все, больше никого. Три группы людей принадлежали полному уничтожению. По учению Гитлера, ну, главенствующий там вел работу Гиммлер, Генрих. И что? Где фашизм? Где коммунизм? Но из всех троих меньше всех пострадали именно свидетели Иеговы. Называли Бибер-Форшеры, исследователи Библии. Это ни о чем нам не говорит. Даже слабые соприкосновения со Священным Писанием, со Христом, но они его признают обыкновенный человек, творение Божие, Троицы-то нету, это не лицо Бога, а Дух Святой – это просто сила, исходящая от Бога. И их меньше всего погибло. Это не удивительно разве? Да. И это тоже говорит о том, что из всех трех эти боли были бы, ну, виновны перед этими властями. У них подряд всех сажали. Теперь вынесение окончательной прокуратуры, отдел юстиции, вынесли 20 апреля, а сегодня 23-го. Они говорят, хорошо, чтобы этот день, это день рождения Адольфа Гитлера. Вы как раз отметили его. Вы вернулись на то же, они очень грамотные, живут чисто, хорошие семьи, работают безупречно. Для государя-батюшки, кто там, президент или кто, к ним отношение не может быть хуже за то, что не нравится. Мы в этой стране татары, мусульмане, буддисты, езиды. Для государя-батюшки мы все подчиняемся не по Библии, а по Конституции. А по Конституции они не повинны. Я не то, что там какие-то законы отменять. Но еще ничего у них не конфискует. Месяц дается на опровержение. Через месяц, 20 мая, или может 21, будет вынесено окончательное решение. Все конфискуется в пользу государства. Ну и сколько их? В мире 8 миллионов. В это я не верю, намного больше. Их не 8 миллионов. Это статистика такая. Это Дворкинская. Они не знают сколько. А сколько вы думаете? Ну не меньше 20. Потому что я регулярно смотрю за ними. Они ничто ни от кого не берут, поэтому они мертвые. А у них, которые книжки раздают, я целыми пачками здесь раздавал в собрании и считали. У нас Галина Кубайкина ходила, когда они снабдили, а я потом давал. И как Библия у них это отсутствует, это новый перевод. И это мы не боимся, не боимся. И они даже говорят, без женщины бывает. Бывает, двое сидят здесь, вот между Ленинским, посередке, как назвать, там бульвар или как. И они сидят на скамейке. Я иду на встречу по памятнику Пушкина, детей записывать. Они сразу ко мне. А вы верите в Бога? Конечно, я остановился. Но нет, нет, все в галстуках, бритые, это у них обязательно в галстуке. Это масонские выкорбыши. Да. А скажите, а это вы православные? Я говорю, да. А почему вы воюете, убиваете людей? Я говорю, мы как раз не воюем и не убиваем, мы на того нарвались. А вы-то почему? Я сразу раз материал о крещении ни под каким видом не взяли. Никак. Я говорю, так вы хотите пойти на занятия? Вы же пригласили меня на исследование Библии где-то. У нас тоже идет. Я вот даю вам, нет, 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 нет. Здоровые, молодые, лет по 25-30. Как огня боятся? И один человек мне пишет, кажется, в Краснодарском крае. Они что-то начали нападать. Он говорит, ну я посоветуюсь еще с одним человеком, знаю. И меня назвал, как они, говорят, какой-то ужас напал на них. Они мгновенно от меня чуть не бегом ушли. В Хабаровском крае. Точно та же обстановка. Я нигде там не проповедовал, не считая библиотекой в храмах. И когда сказали, что проведем консультацию, они мгновенно, ни под каким видом. Цыгане пристают ко всем. Я узнал, где, пошел туда. И они на меня накинулись, и я стал им тогда говорить о будущем, они мне, а я им. И когда рассказал, от кого они, и что их за это ждет, так после этого, когда мы заходим в ЦУМ, они в ЦУМе за колонной сразу, все другие, все за колонной спрячутся, и оттуда только смотрят.
Почему? Христос. Сила Духа Святого. У меня было даже в вагоне, когда проповедовал, что с ними было. Это в нас зависит, будем мы нести живое слово или нет, чтобы показать. Они по деревне у нас ходили и по гнездам куриц воровали. Моя тетка захватила и говорит, вот ты молодая, тебе не стыдно это делать, по гнездам лазишь? А я без мужа осталась одна, трое детей. Она говорит, а тебе не стыдно, что у меня жить нечем? Ты где работаешь? Она говорит, ну я за производителями на конно-товарной ферме. А я нигде. Тебе не стыдно работать? Ну как стыдно? А нам нельзя работать. Нельзя, нам Христос заповедал не работать. Когда казнили Христа, то один гвоздь цыган украл, он и там даже украл. И когда сказали, где гвоздь мой нищий, он видал муху, говорит, да вон на лбу-то ты забыл, говорит, забил там. И Христос сказал уже, умирая это, вам разрешается воровать. То есть у них свое Евангелие от цыган. И им нужно говорить прямо, четко, ясно о суде Божьем. Все. Спасибо, Христос. Еще у кого есть слово? Все, закончим, да? Слава Богу, да. Ну, сейчас что у нас будет? Песнопение, трапеза и еще духовное трапеза занятие. Виктор Андреевич, а что про метеорит? Ничего не говорите. Все что-то говорят, говорят. Какой метеорит? Картошку не забудьте оставить. Метеоризм. Метеоризм – это вздутие кишечника. Ангел Божий, благодать нечистая, Дева, радуйся, и по Кирику радуйся, твой сын воскресит три дней над гробом, и мертвые воздвигнуты, люди, веселитесь, светися, светися, новый Иерусалим, и слава Богу Господня, на тебе воссия. Ликуй ныне и веселись в Сионе, ты же чистая красавица Богородица, а восстанье Рождества твоего. Помолитесь. Молитесь, да как же так тут? Я маленько вперед пройду тогда. С воздеянием. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Сына Твоего, Христе Боже наш. За жертву Голгофскую, за страдания ради каждого из нас и за чудную Твою победу над дьяволом, над тьмою, над злом. Твое воскресение да славит души наши. Если в рассуждениях наших мы в чем-то погрешили, прости, Господи, и помилуй. Да будем мы всегда благословенны перед Тобою. И этих людей, которые не знают Тебя, как должно, чья участь решается в этом месяце, Ты сам рассмотри и обрати их, найди их души. А нас научи быть истинными свидетелями, облечься силой Духа Святого. Мы просим Тебя, Господи, прими нашу молитву и воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей. Господи Боже наш, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся на небе и на земле. Услыши, Боже, исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них, спаси их и помилуй. И благослови наша брата Сергея и мать его Татьяну. Воля Твоя святая, да будет исполнена в нашей жизни, дабы в вечности мы все были с Тобою. Тебе, Христе Боже, слава во веки. Аминь. Аминь. Говори, Господи, аминь. Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. 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 Я поясню сейчас. Кто хотел картошку получить, останьтесь здесь. Андрюша, не они ли мешок? Отвезти. И остальные останьтесь. Никита, тут огородите, чтобы никто не упал. Всех оттуда выйти, никого не запускать. Поставь там. И оставь там два мешка. Один вы будете садить. Чтобы здесь. Ну там полный, не полный. Ну остальные, кому достанется. Да, можно уже и все. Нам на еду, на посадку есть у нас. Есть.